можно помочь близкому человеку. Он сам как бы ну, не хочет заниматься развитием своим, да, и, допустим, мне постоянно запреты, мне приходится, допустим, вот, чтобы пойти на лекцию, нужно что-то придумать, потому что если сказать, куда я пошла, да, то и не хочется семейные отношения как бы портить, и хочется вместе этим заниматься, духовной практикой. Мы не договаривались этим заниматься вместе. У нас не было такого договора. Поэтому любые изменения в семейной жизни, они, в общем-то, должны быть культурными. Это значит, либо мы договорились, либо мы не должны требовать того, чтобы кто-то делал то же самое, что и я. Представьте, что вот мы создали семью, и вдруг кто-то один, там, муж, например, говорит, будем заниматься лыжами. Все ему говорят, ну иди ты занимайся. Он говорит, нет, вы не поняли. Я уже купил лыжи всем. Поэтому мы в самый мороз, потому что в мороз хорошая лыжня. Да, суббота и воскресенье будем все вместе кататься. Все должны пойти со мной кататься. Потому что лыжи – это здоровье. Лыжи – это круто. Лыжи – это воздух. Это кровь гоняется по телу и так далее. Это птички в лицо и вообще здорово. Но вся семья говорит, да я ж, что ж, как же, какие же лыжи, что ж, мы же просто хотим поспать, и нам дома хорошо, и нам как-то в ванне полежать, у нас другой спорт, лежание в ванне спортивное, кто дольше пролежит. И он заставляет всех, и все, конечно, могут встать на лыжи, да, нас могут заставить, и все встают, я помню, меня заставляли. И, конечно, едешь на лыжах, но как-то проклинаешь немножко, и съешь свежий воздух. И лыжи, и птичек в лицо, и здоровье вместе с ним проклинаешь, и того, кто тебя на лыжи поставил. И все время думаешь, как бы они сломались, что ли, быстрее, все эти лыжи. Любовь не терпит насилия. Не терпит насилия, понимаете? То есть мы не можем брать и доказывать кому-то, что наше нововведение, оно для всех полезно, и теперь все так будут делать. Иначе это просто какое-то сумасшествие. Поэтому ну, нравится вам лыжи, вставайте на лыжи, да, езжайте все спокойненько. То есть, если есть какие-то препятствия, ну никто не мешает внутри себя заниматься духовной практикой. То есть, если время еще не пришло, а от нас не отстали. Такое бывает, мы говорили с вами, что как только начинается нововведение, над нами сначала смеются, потом с нами борются. Только потом нас уважают. Поэтому сначала нам никто не верит, это нормально. Мы не заслуживаем доверия. Чем мы вообще заслужили это доверие? Что мы такого прямо делали великого в своей жизни, чтобы нам доверяли? Да ничего. Поэтому нам не доверяют, немножко боятся. Родственники, в общем-то, родственная система – это такая консервативная система. Она специально консервативна, чтобы мы глупости не совершали. Поэтому как бы мы ни начали изменяться, все родственники будут против. И правильно. Потому что это что проверяет? Это нас проверяет на некоторую серьезность. Да, на целеустремленность, на серьезность, на философское понимание, надо мне это или не надо. Если мне это не надо, если я философски в этом не разобрался, то я, конечно же, все это брошу, не буду ничего этого делать, и правильно. И все будут довольны. Чего там только, знаете, ребенок не придумывает, ему ничего не разрешают. А потому что все это пришло, ушло. Поэтому вот эта система семейная, она консервативна по своей природе, и это хорошо, потому что оно действительно позволяет проходить в жизнь только действительно серьезным решением. Поэтому если мы серьезно, мы это практикуем дома. Мы это реально применяем на своей любви к нашим родным и близким. Как мы с вами говорили, любовь к Богу должна проявляться в милосердии, сострадании, а ко всем живым существам, ко своим близким людям. Поэтому мы это дома реально практикуем, и через какое-то время от нас отстают, начинают уважать. Потому что видят, что мы реально устоявшиеся, что это наше настоящее разумное решение, что мы это приняли не просто потому, что нам кто-то там что-то нас вдохновил утюг купить, что это реально не утюг, а что это наша жизнь. Действительно, а то так знаете, как всегда, мы что-то начинаем делать, там бегать по утрам, ну 3 дня побегали, и все... И устали, и забыли даже, где кроссовки оставили. Уже даже найти не можем. Также и люди к нашим философским поискам тоже сомнительно относятся. Это нормально. То есть мы это должны понимать. Мы бы точно так же относились
к поискам наших родных. То есть, если бы к нам пришел родной человек и нам сказал, что у нас новое занятие, супертехнология, нужно каждый день 2 часа стоять на голове и в руках держать тарелочку с водой. И вот это будет улучшать наши отношения, и это нам радость принесет. Но то, что мы предлагаем, оно тоже так вот немножко слушается со стороны, что мы реально на голову встали, что-то делаем, и придет счастье безграничное. И мы как птички вылетим из клетки. Это что вы имеете в виду под клеткой? Понимаете? Поэтому оно реально страшно со стороны смотрится, потому что мы это уже поняли, а кто-то еще нет, поэтому это все сомнительно. Поэтому мы бы тоже были против, если бы наши родные тоже так менялись. И непонятно, чем бы занимались. То есть, понятно, мы тоже занимаемся непонятно чем. Мы сами еще до конца не поняли, чем мы занимаемся. Нужно отдать себе отчет. Поэтому они это видят, что мы еще сами не поняли. У нас муть в глазах некоторые. И они нам помогают в этом разобраться, поэтому спасибо им. Ну не пустили. Кто вам мешает дома наушники одеть? Лечь в ту же ванну и заняться спортивным плаванием. Понимаете? Прослушать на семинар в ушах. У нас они уже все записаны. У меня все семинары уже записаны. Можете прямо взять этот семинар и прослушать его. Уже готовы. Поэтому, ну что делать? Мы должны любить, уважать своих родственников. Если их явно что-то раздражает, ну надо идти навстречу. Потому что это не просто некоторая наша победа, а нам не нужна такая, ну, победа за счет каких-то вот ухудшений отношений. Нет, нам нужна действительно такая вот система, которая позволяет доставить счастье всем окружающим. А счастье мы можем передать только если нас уважают. То есть счастье реально передается, вообще знания передаются через канал уважения. То есть я вам могу передать счастье только на том условии, если вы меня уважаете. То есть если вы меня не уважаете, я никак не смогу счастье передать. Хоть тут буду прыгать, хоть скакать, хоть до потолка ногами дотрагиваться, понимаете, хоть по воде буду ходить. Все равно счастье передать не смогу. Потому что канал передачи счастья открывается, когда есть уважение. То есть тот, кто говорит, должен уважать того, кто слушает. И тот, кто слушает, должен уважать того, кто говорит. Поэтому наша задача вести себя так дома, чтобы нас начали уважать. И когда нас будут уважать, начнут и слушать. И тогда мы что-то сможем передать. Поэтому сначала уважение, потом передача информации. А мы сначала передаем информацию, тем самым даже как-то немножко оскорбляя окружающих. Потому что они чувствуют, что мы их недостаточно уважаем. Приходим домой и говорим, ну вот, я так и знал, что ты ничего не понимаешь. Вот тебе конспект сегодняшней лекции, изучай. Вот так надо жить. И это только оскорбляет. То есть мы не должны показывать всем своим видом, что мы понимаем больше, чем другие. Нет, настоящее знание – это уважать окружающих людей. Уважать. И вот это уважение позволит действительности чуду произойти. Поэтому все идет по плану. А сначала над нами смеются, потом с нами борются. У вас уже какой этап? Второй? Уже борются? Вам уже чуть-чуть осталось. Еще чуть-чуть, главное, немножко пережить и будут уважать. Главное, вести себя все лучше и лучше. Готовьте все лучше и лучше. Есть такой метод, все лучше и лучше готовить. Когда женщина, ну, вкусно готовит, к ней пропадают претензии. Все успокаиваются. Занимаются, конечно, ерундой, но готовят. Вот, лучше и лучше все готовят. Да. То есть это такое семейное доказательство. Потому что если женщина перестает готовить и начинает ходить по семинарам, а вот домой только пиццу приносит, то это очень плохой признак. То есть можно ходить по семинарам, но дома должна быть очень вкусная еда, очень хорошая. Тогда никто волноваться не будет. Потому что это как-то снимает напряжение, что женщина больше в дом. Все не волнуются. Когда женщина уходит из дома и где-то там пропадает по своим семинарам, то это очень подозрительно. Не к добру. Так сходила на семинар, но по дороге купила что-то вкусненькое, дома как приготовила. От пирожков-то никто не откажется. Пирожки-то все любят. Ну, конечно, все любят пирожки. Поэтому раз уж какой-то, ну, большой длинный, ну, семинар, что у вас давно не было дома, значит, надо как-то проставиться. Это ж проверенная система. Поэтому пирожков 2 таза на аппетите. Одни с вареньем, другие с капустой.
все будут только счастливы вообще. Скажут, хороший был семинар-то у вас, в принципе. Чему учили-то? А вы так и скажете, вот этому прямо и учили. Скажете, Рузов сказал готовить пирожки с капустой. Все. Я это сказал, видите, все. Если не приготовите, то все. Они надо спросить, чему учили? Сказали приготовить пирожки с капустой. А что ж не готовишь? Ну, это была теоретическая часть. Надо как-то свыкнуться с этим знанием. Принять его всем сердцем сначала. Тут абсолютная практика. То есть, узнал что-то про заботу, пришел домой и готовишь. То есть, в общем-то, ну, забота – это всегда жертва. Жертва – это значит, мне не очень хочется, и я устал, и сил мало, но чтобы доставить счастье тем людям, которые вокруг меня, я иду на эту жертву и забочусь о них. Ну, а женщине как еще позаботиться? Вот накормить как следует. А то сейчас такая еда в этом мире. А поел и кажется, что все, сейчас помрешь вообще. А надо, чтобы человек летал после еды. Причем он должен, ну, летать внутри, а внешне он должен прямо за столом повалиться на бок и прямо за столом уснуть. А внутри бабочки, бабочки. Чувствовали такое когда-нибудь? Что эта пища, она очень легкая, что пища, приготовленная с любовью, действительно, с бескорыстной заботой. То есть, приготовьте эти пирожки не для того, чтобы откупиться от этого семинара, а потому что вы их теперь не можете не приготовить. И тогда это такие пирожки получатся, они будут думать, что-то подмешали в них. Подмешали что-то. Некоторые люди, ну, когда пробуют духовную пищу, они думают, что наркотики подмешивают. И правильно думают. Потому что мы туда любовь подмешиваем. А любовь – это наркотик. Видели, ну, людей, которые любят по-настоящему? Они как наркоманы. Ну, точно так же, если вы такие пирожки приготовите наркоманские, с любовью, все будут думать, ничего себе, вот это, да, настоящее искусство. Поэтому, как мы сегодня говорили, что бы вы ни делали, вы должны делать с любовью к Богу. И тогда всем будет, естественно, доказательно, что вы хорошим делом занимаетесь. А философии все равно никто не понимает. Ни они не поймут, ни мы особенно не понимаем. Потому что наша философия очень проста. Это делать все бескорыстно. А как это, вот, непонятно. Надо просто это делать. Идти и пробовать. Если не получилось, значит опять корысть какую-то примешали. Она горькая специя. Корысть — это горькая специя. А надо примешать сладость. Сладость любви. Так что все в ваших руках. Я рассказал уже про семинар «Развеивая мифы». Есть второй новый семинар этого года, это «Школа бизнеса». Это практическая часть ведического знания, где рассказывается о том, как реализовать все свои возможности в плане процветания. Потому что это довольно-таки тонкая энергия процветания. Я немножко рассказывал на семинаре об этом. Тут целый семинар большой, бизнес-лекции, чтобы можно было тем, кому интересно в этом плане развиваться, не совершать ошибки, потому что там тоже все непросто. Деньги – это очень серьезная энергия, это энергия любви, потому что либо мы ее тратим правильно на заботу о других, либо мы ее тратим опять-таки неправильно, в своих корыстных целях, и запутываемся полностью. И еще две книжки, о которых я не говорил, это книжки для женщин. Это книжки про танцы и музыку. Потому что всем нравится петь и танцевать. Но что это в действительности такое, танцы и песни? Это очень глубокое духовное действие, это йога. Поэтому там скрыты многие формулы интересные. И женщинам очень хорошо про это почитать. Изучить вот всю эту, ну, философию, песни и танцы. Потому что женщинам без этого никак. Что бы женщина ни делала, она это должна делать пританцовывая и что-то напевая. А тогда это хорошо получится. Как раньше, помните, женщины сели вместе что-то делать и песенку затянули. Потом устали, ножки затекли, что делали? В хоровод пустились. Хоровод поводили, опять сели что-то дальше делать, песенку запели. Это некоторое настроение. Поэтому научитесь этому настроению, изучите философию. Всего две книжки, их очень важно прочитать. Их моя жена написала. Поэтому это тоже часть нашего знания, нашего семинара.